В Щелковском отделении Мытищинского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера начал работать рентген-кабинет, в котором действует новый цифровой диагностический комплекс с функцией линейной томографии. Для врачей-фтизиатров и их пациентов это событие очень важное. Сегодня у нас торжественное открытие нового рентген-диагностического кабинета. В 2019 году, в июне месяце, по программе здравоохранения Подмосковья, наш старый рентгеновский аппарат, который отслужил свой срок более 10 лет, был демонтирован. Но, однако, в том же году новый аппарат не был поставлен, и мы ждали этого события 2 года. И вот оно случилось, свершилось. Нам установлен новый современный цифровой рентген-диагностический комплекс на 2 рабочих места с функцией линейной томографии. Особенно важно то, что теперь в Щелкове смогут проводить диагностику туберкулеза, применяя современные методики. Это позволяет делать рентгеновские снимки в тканях на необходимой глубине, выявлять патологии в грудных лимфатических узлах. Наши пациенты, состоящие на диспансерном учете и проходящие обследование в наших стенах, более 2 лет проходили рентген-обследование в других противотуберкулезных учреждениях области, в частности в городе Мытищи, в Королеве, что представляло сложности как для докторов данного учреждения, так и для самих пациентов, потому что приходилось добираться более 20 километров до ближайшего противотуберкулезного диспансера. Ирина Тушева сообщила, что рентгеновские исследования в диспансере будут проводиться по назначению врачей-терапевтов после плановых и внеплановых флюорографических проверок. Сегодня мы рады, что у нас наконец-то появился свой рентген-диагностический комплекс с минимальной лучевой нагрузкой. Ну и, соответственно, наши пациенты тоже рады данному событию. Сотрудники Щелковского отделения областного противотуберкулезного диспансера занимаются профилактикой и лечением туберкулеза у пациентов, проживающих как в нашем городском округе, так и в соседних. Врачи-фтизиатры и все медработники учреждения с большим удовлетворением провели торжественное открытие рентген-кабинета. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.